Сегодня готовим фаршированный кабачок. Только начинка для него будет не из фарша, а из кусочков куриного филе, которое мы потушим с овощами в соусе из томата и сметаны. Получается очень сочно, начинка очень нежная и очень вкусная. Что нам потребуется? Филе куриной грудки, лук, болгарский перец, сыр, чеснок, соль, черный перец молотый, томатная паста, сметана и растительное масло. Сначала подготовим кабачок. Срезаем с него верхушку по длине. Ложкой очерчиваем контур, внутри которого мы будем вынимать мякоть. Вынимаем также ложкой. Оставляем бортики толщиной 5-7 мм. Вот такая лодочка у нас получится. Срезанную крышку по желанию очищаем от кожицы. Затем нарезаем кубиками. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Кладем кабачок срезом вниз. Ставим в нагретую до 170 градусов духовку на 15 минут. Лук режем кубиками. Болгарский перец нарезаем также кубиками. Чеснок мелко рубим. Куриное филе режем мелкими кусочками. Вот такими. Сыр трем на терке. Обжариваем лук с чесноком в разогретом масле на сковороде до прозрачности. Добавляем перец. Жарим 2 минуты. Кладем филе курицы. Готовим до побеления мяса и добавляем кабачок. Солим. Перчим. Кладем томат. И сметану. Перемешиваем и тушим все вместе 5 минут. Кабачок достаем из духовки. Переворачиваем. Заполняем начинкой. Посыпаем тертым сыром. Ставим обратно в духовку на 30 минут. Для подачи запеченный кабачок перекладываем на большое плоское блюдо, разрезаем поперек на две половинки по одной на каждую порцию. Приятного вам аппетита!